В общей сложности специалисты обнаружили 5 обломков батискафа. В том числе нашли посадочную раму и заднюю крышку батискафа. Но не был найден корпус, внутри которого находились люди. По данным New York Times, профессиональное сообщество предупреждало компанию о своих опасениях из-за экспериментального подхода компании к делу. Инженер один даже высказался, что компания не оценивает риски и не консультируется с экспертами из профильных агентств. На это Rush ответил, что регулирование отрасли сдерживает инновации. Поскольку «Титан» работал в международных водах, на него не распространялись никакие правила безопасности. Судно даже не было сертифицировано. А еще репортер Дэвид Поук узнал, что все пассажиры, которые принимаются на борт «Титана», подписывают отказ, подтверждающий осведомленность о том, что это экспериментальное судно, которое не было одобрено или сертифицировано каким-либо регулирующим органом и может привести к физическим травмам, инвалидности